А вот Спартак. Переходы заполнены водой. Совсем недавно возле этого памятника я снимался, была чудесная погода. Такие вот дела сегодня. Я где много достопримечательностей, но главное горы. Пляж размыло до такой степени, что это будет долго теперь восстанавливаться. Такое туманное утро, на море гладь. Маяк еле виден. До сих пор плавает машинка там, вернее не плавает, она уже приплыла. Вот тумана как и не было, опять июнь, опять жара. Уважаемые жители и гости города Ялты, транспортные средства, которые мешают...